Всем привет, это канал Миллион Абдулла, и я сегодня вам покажу ролик, очень, я надеюсь, будет интересно, потому что я вам покажу все свои пленочные аппараты, какие у меня только есть, а главное, вот этот вот фотоаппарат Zenit E, вот в этом ролике я разберу до винтика, надеюсь на это, что у меня это получится. Итак, первый агрегат, который я купил пленочный, это было фоторужье Sniper FS, вот фотоаппарат Zenit E. ЕС снайпер. Вот он у меня в идеальном состоянии, экспортный вариант, объектив по крайней мере. Да, 79 года выпуска, хорошая штука. Так, его в стороночку. Теперь второй, вот этот вот Зенит, тут даже не написано какой-то Зенит, он черненький вот такой вот, с такой птичкой, тут вот логотип, птичка такая вот. Вот. Я его купил из-за объектива Helios 77. Сейчас тут другой стоит, Vega, от увеличителя. Вот. Ну вот его я разбирать пока не буду, но здесь рычажок пластмассовый, и он сломался. Сломался, зараза, блин. Ну хорошо, ладно. Отложим его тоже в сторону. Теперь достаем Киев 60. Это такой большой фотоаппарат, огромный. Средний формат. Я его купил. Во-первых, я давно мечтал о таком большом фотоаппарате. Крышка от Никона, правда, ну, тоже я купил. И вот из-за объектива волна 3. Волна 3. Вот просветленный, 90 мм этот объектив и средний формат. Вообще, конечно, камера тяжелая, солидная, и на нее очень хорошие кадры получаются. Но сейчас речь не о ней. Вот, если кто-то вдруг решит, что он хороший фотограф, решит, вот так вот, да, зайдите на сайт, где фотографии со среднего формата, и вы вдруг, ужаснувшись, поймете, что вы, да, хороший фотограф, вам еще как до луны. Потому что когда я увидел фотографии со среднего формата, я понял, эти ребята очень хорошо понимают, что они делают, и поэтому средний формат — это уже для такой высший эшелон фотографов, которые умеют на среднем формате делать кадры замечательные. Они уже там и с композицией разобрались, и со светом, со всеми мелочами, и вышли на средний формат, чтобы получить действительно супер картинку, где есть все тональные переходы и так далее, и так далее. Ладно, средний формат мы потом, так сказать, я надеюсь, сниму, когда уже чего-нибудь попробую. Сейчас пока я только его купил, недавно, еще даже не освоился. И еще одна штучка, это уже куплено как реквизит. Как реквизит. Это кинокамера. 16-миллиметровая кинокамера. Кварц. Экспортный вариант. Да, экспортный вариант. 66 года выпуска. Надеюсь, я тоже на нее сделаю обзор. Сейчас я просто показал всю пленочную технику, которая у меня есть на данный момент. Вот она. Камера. Она прекрасно работает, заводится с таким характерным, ой, что-то я не то, наверное, сделал, этот колпачок тут металлический, красивый, и вот с таким звуком, здесь есть зум на объективе, камера вся никелированная, красивая, просто сказочно красивая, я вот, когда ее взял в руки, думаю, надо купить, как. Ну, на счастье, она оказалась очень недорогой. Я ее купил меньше, чем за 1000 рублей. Это чисто для реквизита, чтобы снимать модели, например. Чтобы у них в руке был вот такой чудесный агрегат, как будто бы они что-то там снимают. И вот их с этой штукой сфотографировать. Я попробовал уже сделать один кадр. Получилось просто изумительно. Так что модели, кто занимается фотосъемкой, имейте в виду. Я могу вас снять вот с таким замечательным реквизитом. У меня этого реквизита будет много всяких фотоаппаратов. То есть уже есть. Так, это была кинокамера. И теперь... Так, куда мы ее? Сюда. Теперь я показываю причину, по которой я буду разбирать вот этот фотоаппарат. Первая причина. У него тут настройка одна заедает. То есть он не срабатывает на какой-то там, я не помню. Потом здесь колпачок отсутствует. И я не знаю, вот на этот, на черный... Не знаю, переставлять эту ручку или нет, но этот вот фотоаппарат Zenit E разбирается просто, чтобы посмотреть, что там внутри, да?
И у меня был такой, там шторка заедала у меня. Я хочу посмотреть, что это там такое внутри заедало. И вообще, просто ради любопытства. Этот аппарат был куплен всего лишь за 400 рублей. Объектив, который тут стоял, Индустар, я забрал себе. А вот этот аппарат для разбора, чтобы посмотреть, какие там детальки, и вообще чисто ради любознательности. Вот вроде бы он рабочий. Но аппараты «Зенит» все ругали еще в советское время. Вот сейчас мы будем его разбирать. Первое, что нам потребуется, это вот эта коробочка белая. Сюда я буду складывать детальки этого фотоаппарата. Вот она. Будет здесь. Вот эта вот крышечка мелкая. Сюда я буду складывать все маленькие винтики. Пусть она тут будет. Здесь будет фотоаппарат, я буду его раскрывать. Надеюсь, тут с двух камер все будет видно хорошо. Вот эта вот шапочка, вот она, будет одета у меня на голове. С такими очками, чтобы я все мог мелко рассмотреть. Вот это вот такие вот круглые губчики. Я не знаю, как они называются. Это я купил в ювелирном магазине. Очень маленькие. С таким носиком остреньким. Вот это вот хирургическая лопатка. Вот она. Здесь вся фишка в том, что эта лопаточка очень острая, тонкая и крепкая. Если куда-то в какую-то щель что-то поддеть, незаменимая вещь. У меня другого такого инструмента нету. И в то же время она не острая, то есть ничего не прорежет. Здесь скальпель. Вот он, хирургический. Он переточен в маленькую стамеску. Тоже если что-то подколупнуть надо, да? То здесь уже немножко острый угол. И что такое сковырнуть, и достаточно прочное здесь основание. Так что здесь посильнее такой инструмент. Далее. Вот интересный у меня здесь пинцетик. Старинный. Вот здесь есть фиксатор. Если я его отожму, то пинцет раскроется и будет упругим. Можно будет что-то взять, отпустить. Но если нужно что-то взять и оставить, то фиксатор, соответственно, зажимается. И пинцетом можно уже манипулировать, а предмет будет прямо там, ну, зажат. Так что вот эти инструменты я приготовил. Далее. Набор обычных китайских отверток. Часовых. Они, конечно, очень низкого качества, но других-то у меня все равно пока что нет. Отвертка. Крупная. Здесь 8 насадок. Ну, они такие большие, что не знаю, может быть, вряд ли пригодятся. Скорее всего, я часовые, наверное, обойдусь. Итак, начали. Начинаем потрошить аппарат «Зенит» и я. Все отвертки в СССР были плоскими в основном. У меня тут 5 штук. Я начну с днища. Вот. Вот с этого днища. И смотрим, какая тут отвертка лучше подойдет. Вот это, наверное, маленькая будет. Да, это маловато. Это побольше. Так, это побольше. Так, да, прекрасно откручивается. Первый винт есть. Хорошо. Пинцетом. И еще чашечку. Второй винт. Интересно. Что это здесь получится? Ого. Эмблема такая, летящая птичка со стрелкой. Не знаю, белорусская это или еще какая-то. Их много было заводов в СССР. Так, опля, открыть. Ух ты ж, ёкаламане. Блин. Это что-то с чем-то. Я не ожидал, что будет так все сложно. Тут какие-то непонятные рычаги. Непонятные еще винтики. Их тут много, эти стрелки. Вот тут внизу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 винтиков еще внизу. Не знаю, это просто снял кожу. Ну, попробуем теперь это отметить. Пошло. Так, собирать я не буду обратно. Поэтому все винтики кладу в кучу. Thank you.
Дальше не буду разбирать, потому что уже в голову не лезет, как там делать. Все трудно очень. Всем пока-пока, спасибо, что дотерпели до сюда. Я не буду больше его разбирать дальше, оставлю так, как есть. Вот. Я хотел посмотреть призму, до призмы не добрался, но, может быть, в другой раз и доберусь. А в этот раз все, достаточно. Канал Мирон Абдулла показывал, как он попытался разобрать плёточный аппарат «Зенит-Е». Своими силами, своими мозгами, своими руками не удалось. Тут нужно смотреть, как другие это делают. Все, я сдался. Всем пока-пока, смотрите мои ролики. Надеюсь, что-нибудь еще интересненькое сниму. Пока вот так вот. Пока-пока. Как вот я старался, блин. Пыхтел, блин. И нифига. Никакого интеллекта тут не хватит, чтобы раскусить эту штуку. Ну что? Разломать его, что ли? Не, разломать-то жалко, конечно, не буду я его ломать. Зачем? Не буду ломать. Пакетик сложу, все. Аккуратненько. Пусть лежит. Фу, аж взмок весь нахрен. Всем привет! Ну какой привет? У тебя башка, блин, не влезает. Ах ты ж пада, звук идет, две камеры идут. Ой, я фокус тут. Блин. Не знаю. Ах ты ж. Галстук-то забыл одеть. Сердце фотоаппарата Зенит Е. Призма. Вот она. Зеркальная. Здесь я его уже немножко еще разобрал. И оказалось, что тут есть зеркальце. Вот такой вот. Вот. Здесь внутри есть вот такой то ли генератор, то ли еще какой-то электрический, который дает импульс от вот этой вот батарейки солнечной. Экспозицию замеряет. Так, здесь какой-то вообще хитрый механизм. Затем вот тут. Вот это самое интересное. Вот это вот механизм сделан из латуни. Тут куча шестеренок. Все закреплено намертво, а открутить не удалось. Ну, никак. Вот. Причем интересно, у фотоаппарата Зенит приклеена на клей вот этот вот кожура, грубо говоря. И когда ее пытаешься отклеить, все-таки она уже столько лет, она держится достаточно крепко. Так что вот так. Аппарат Зенит, вот он. Ой-ой-ой. Раскручивал я его, конечно, конкретно. Вот. Отклеивается очень неохотно. Хотя прошло уже лет, ну сколько, 30. Какой-то резиновый клей, а здесь клеенка. Это клеенка, елки, это клеенка, это не кожа. Вот, тут уже торчат какие-то шестерни. Все это, но разобрать мне не получилось, конечно же. Вот такая вот, причем поролон, который там внутри был, держал призму, весь уже от времени разложился и крошится. Так что вот так. Ну что еще хочу добавить? Вот
всякие механизмы, все это работает прекрасно. Тут такая лупа с одной стороны, с другой стороны матовое стекло. Я думал, это просто стекло, а там лупа, оказывается. Разбирал, немножко погнул тут некоторые детали. В общем, сборке этот фотоаппарат уже, к сожалению, не подлежит. Но я теперь зато знаю, что там внутри. Внутри там призма, вот такая вот, очень хитрая форма. Когда смотришь в одну сторону, она показывает другую. Очень забавная деталь. Конечно, интеллект, который был вложен в эту технику, просто колоссальный. По тем временам это был аппарат просто чудо техники.